Я уеду жить в Лондон. Но не знаю куда. Где лучше мне будет навсегда? Или... Крисмас Айленд. Или... Фолкленд Айлендс. О, Фолкленд Айлендс. Или Австралия. Или Квинсленд. Да я же говорил Лондон! Это же тоже флаги Великобритании. Ну ладно. Я Григорий Лепс. Я хотел уехать жить в Лондон, а мне тут... Меня посылают в совсем другие места. Ну ладно. Бендер, поможешь выбрать, куда мне пойти? Конечно. Жить. Я хочу... В Лондон хочу! Извини, нету тут Лондона. Я могу тебе предложить помощь других. Покажи других. Леонова. Моргала выколю. Уберите этого. Печкин. Шапку могу дать себе. Ты не видишь, что она... Дрявая. Шарик и бобер. Могу отдать вам собаку. Беспризорную. Не надо мне собаку. Матроскин галчонок. Можешь взять с собой галчонка. Карр! Что, мне каркать все время будет? Кот Леопольд. Да брось ты все занятия. Пошли лучше порыбачим. Волк. О, музей. Я советую тебе посетить музей. Посмотреть Рамзеса II, мумию. Сеньор Помидор. Лондон захотел. Фигу тебе, Лондон. Принц Лимон. Только сеньор Помидор может указать, куда твой путь. Чиполлино и Груша. Хоть и лимон, и помидор не хотят помочь, поможем мы Лепсу? Поможем. Поможем. Только тихо, да? И бандиты! Ха-ха-ха! А вот и я. Я. Руки вверх. Мы сдаемся. Готовы азбуку выучить? Ну, тогда... Наказание вам выучить азбуку. Да. Зодарс. Зилуанис. Кур мит зилуанис. Слон живет в зоопарке, я это сам понял. А при чем тут слон? Флаута. Фазан. О, флейта, там музыка играла. Фолкленд. Ага, девочка Фрида играет на флейте в Фолкленд Айленд. Первый бал. А. Авена. Аунис. Астер. Кто это писал? Аунин ир Иса Астер. Издаю. Нормально. Австралия. Совсем по-другому написано. К. Каруселис. Камуали. Клоунс. Кто клоун? Я не клоун. Арестовать их. Окей. Но мы же сказали Фолкленды. Маловато будет. Так, что тебе надо? Иди кровать. И что тебе надо, я сказал? Моргала выколю сейчас. Что тебе надо? Ничего не надо, иди. Карава есть. Пристал тут, блин. А, это вкусно, все, я пошел. Кто этого бандита сюда впустил? Не знаю, Бендер, наверное, пустил помочь. Бендер, ты что? Так. Ну что, Груша? Выучим по азбуке для Григория Лепса, пока принц и этот, как его, помидор ничего не слышат. Давай. Так, ты какая?
Я зеленая груша. Значит, азбука? Зеленая. Твоя. Ладно, Крис. Крокодил. Крокодил и Christmas Island? Нет. Не знаю. Федора. Федора. Что за баба такая? А. Ай, болит. Не-не-не, ничего нигде не болит. К. Крокодил. О. Опять крокодил. Квинсленд. Да, это Квинсленд? Да, это же Квин. Королева, королевский остров. Вау. Крокодилы. Вау, круто. Ну, ребята, я конечно, польщен вашим вниманием, но пока ничего вы не нашли. Ну, может, Чиполлино, ты, у тебя получится. Вот, смотри, желтые буквы. Конечно. Твоя азбука. Кастрюля. Ай-яй-яй. Опять жрать нечего. Аквариум. Аквариум с рыбками? Зачем мне аквариум с рыбками? Вы что? Фонарь. Да, у меня на концертах одни прожектора. Рояль. О, ну наконец-то. Так, наконец-то. Первый балл рождественский Айлендс. Там рояль играет. Там. Такс. И никаких подсказок. Никакие помощи, чтобы не было б. Лепсу. Ясно вам? Чиполлино, груша, вы слышали? Слышали. Никаких подсказок, никакой помощи, чтоб не было. Чтоб сеньор Помидор это не видел. Это указ сеньора Помидора. Да. Пусть он сам ищет. Ну и у кого, кому мне тут можно спросить? Вот, спрашиваю у... Бременских музыкантов. Давай. Бремен? Германия. Это Германия. Германии тут нету. Ничего, и они не помогли нам. Ха-ха-ха-ха. О, сеньор Помидор. Смотрите, тут много принцесс. Давайте выберем для вас принцессу. Давай. Давайте. Это подойдет? Нет. Ты что смеешься? Нет, я не подойду. Аладдин придет тебе... Тебе... Глаза выколеты. Может, ты, Золушка? Принц меня ищет. Принц. Я не пойду за такого... Красного противного помидора. Может, русалочка? Мне тоже свой принц. Да не, эту мне не надо, у нее там хвост. Что я со хвостом делать буду? Может, это мачеха? Вот вам злую мачеху? Какую мачеху? Она старая, нет. Фу, плохая книга, фу. А кто будет спросить у зеркальца? О, ну давай я спрошу. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Где Лепсу страну искать? Квинсленд. Квинсленд, первый балл. Ой, извините, у меня тут это как его, копье. Я тут нечаянно копьем задел. Ну простите меня, простите. Ну, волк. Ну, погоди. Что? За мной гонится? Ла-та-та, ла-та-та, рыбка большая, ловись, рыбка, только большая. Ладно, я пошел отдыхать, а тебе советую, чтоб быстрее... Да, чтоб быстрее попасть, бери лучше самолет какой-нибудь. Например? Спортивного самолета. И куда я на нем полечу? В Австралию. Австралия, первый балл. А я занят, я пошел рыбачить. Эу, куда же ты? Он рыбачит пошел.
Так, ну ладно, посмотрим, что мы можем. Мы можем приложить корабли тебе, Лепс. Плыть на корабле хочешь? Хочу. Так, ну на каком выберем? Привет, я выбираю... круизный лайнер. Круизный лайнер. Голчонок, ты согласен? Да, да, да ты, да. Ладно, ну и куда я на нем поплыву? В Квинсленд. Квинсленд, второй балл. Голчонок, ты согласен? Карр! Ну все, Квинсленд тогда. Куда мне его? Куда мне его нести? Ферму и нести его. Да, там есть его сородичи, собаки. О, есть, во. Короче, берите вы своего товарища. О, надоел мне он. А кто мне шапку новую купит, а? Обойдешься. Ну, наверное, тогда фермер. В комбайне. Да. Встречи. Пока-пока, бобер. Так, что это такое? Азбука. Азбука? Я не в состоянии. Я не в состоянии отказать вам изучить азбуку. Ведь я работаю на почте. Да, буквы — это мой конек. Коза. Какая еще коза? Где коза? При чем тут козы? Арбуз. О, ну, арбузик — это вкусно вообще-то. Фонарь. Думаете, понадобится? Рыба. Рыба. О, я обожаю рыбу. Ладно. Эй, медведь. Да? Можно к вам пообедать, рыбки закусить, так сказать? Конечно. А потом, Маша, с тобой арбузик съедим, окей? Окей. Ох, ну все, пока. Бендер, ты мне обещал помочь. А то одни жрачки тут, одни все время жрут да жрут. Ну, это такие странные, конечно, помощники. Ну, я зато хороший помощник. Самый лучший из помощников. Так, ну, начнем. Слон. Опять ты со своим слоном. Проходили это уже. Флейта. О, флейта. Опять то же самое. Фолкленд, второй балл. Пианино. К. Клавьерес. К. К. Значит, Christmas Island, третий балл. И Queensland, третий балл. Ой, аккордеон, музыка играет. Австралия, третий балл. Ну, видишь, я же помог. Конечно, помог. Ха-ха, вот и я. Руки вверх. Все, мы сдаемся, бандит. Сдаемся мы. Спросим у Барбоскины. Так, что с ними делать? Ну, спросим, кто нам тут расскажет, что с этими бандитами делать? Наверное, это дружок. Я-то не повеселюсь по полной. Повеселиться, да? Ого. Я ухты-пухты какой большой. А ты большой, такие зрелища смотреть, да? Я и так Супермен. Я двоих бандитов поймал. О, это я. Погоди, о чем вы там вообще говорите, ребята? Мне помочь надо, страну найти. А вы тут болтаете. Болтаете ни о чем, да? Давай, рыбка, исполняй. Нос, ваше последнее желание. Это Австралия, Сидней. Четвертый балл — Австралия. Все, вы отправляетесь в Австралию, в тюрьму Австралии, к австралийским
аборигеном. Че? Че надо? Азбуку выучить. Чего? Я моргал, сейчас выгорю кому-то. Так, а ну иди сюда. Уберите его, давайте отправьте его динозавром. Давайте быстрее. Ну так... Привет, например, велоцираптора. Ого, вот и я. Руки вверх. Вы отправляетесь в Австралию, в парк динозавров. Ха-ха-ха-ха, все трое. Все, вы арестованы. Ой, ну спасибо. Спасибо, что я бы без тебя делал. Он мне моргал и хотел выколоть. Так, пока не слышит, давай, пока не слышит. Этот во, помидор и лимон. Давай, груша, попробуем азбуку. Автомобиль. Автомобили. Автомобили по Австралии. 5-й балл. Каток. Каток. Дорогу делаешь? Да, будете, каторжники, работать, дороги делать в Австралии. Флаг. О, Фолкен Тайланд, 4-й балл. Рождественские острова. Ракета. Отправляется рождественский. Ох ты, круто, у меня собственная ракета. Christmas Island, 4-й балл, конечно же. А я думаю, все-таки, Чиполлино, что нужно пройтись по Европам. Испания, Великобритания, Франция или Россия. Так, ну посмотрим, посмотрим. Есть Великобритания. О, Фолклен Тайленд, 5-й балл. Квинсленд. 4-й балл. Австралия. 6-й балл. Хорошо, мы помогли, ура. Спасибо, ребята. Кому вы говорите спасибо? Ничего, ничего. Да не, я так про себя говорю. Мне спасибо. Мне спасибо не надо. Мне давай лучше, подарок. Дед Мороз. Деда Мороза мне давай сюда. С подарком. Ну, что ты мне принес? Я принес подарок. Игрушечный танк. Ух ты, какая классная вещь. Ну, давайте. Давайте мне ее сюда. Я поиграю с этим танком. Но потом пойдем спать. Да-да, поиграюсь и пойдем спать. Только никому не говори, а то все засмеют меня. Ладно, все, мы пошли спать играться, все. Ну, странные какие-то. О, Миша, пошли, порыбачим. Да, да, я помню, тебе Маша всю рыбалку испортила. Так не бери ее, пошли со мной. Конечно, пошли, а то Шауня Маша прибежит и мешает нам рыбачить. А я что буду делать? Стать в угол. Куда вы пошли рыбачить? Наверное, в Рождественские острова. О, 5-й балл, Christmas Island. Ну, галчонок! Приступим к песенкам. Послушаем песенки? Да. Итак, давайте песенку. Сколько у меня букв? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ты согласен, галчонок? Карр! Ну, давай, песня номер 9. Хорошая песня. О, пока всем. Куда все подевались? Они спать да жрать. Помощники называются. Великому Григорию Лепсу не могут помочь. Ну, я уже помогаю. Вот, например. Так, сколько у меня букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Песня номер 10. Нашагаешь путешествие по полу, не поймешь, где-то по полу, не поймешь.
Какие утята? О чем ты? Вот утята, какие они, желтые. Значит, надо искать флаг, где желтый цвет. О, как завернуто умно. Посмотрим. Квинсленд. О, корона. Шестой балл Квинсленд. Фолкленд. Шестой балл Фолкленд. Крисмас. Пятый балл Крисмас Айленд. Ну я же говорил. Да, молодец, ты умный. Так, надо только тихо. Только тихо, надеюсь, никакая музыка не будет звучать. Сколько? Четыре буквы у меня. Да. Если номер четыре. Тихо. А, что за музыка играет? А, сейчас бегемот придет. А, какой зайка? Пока, пока. Что? Сначала шариков всяких, теперь зайцев? Нет, нет, я устал. Не могу я больше. Так, ребята. Да, Бендер, я так надеялся на тебя. Возлагал такие надежды, а ты меня подвел. Надеюсь, главные эксперты не подведут. О, привет, мальчик, конёк-горбунок, куда ты мчишься? Я мчусь. Сейчас будет страна Крисмас Айленд. Commonwealth of Australia. Остров на территории Австралии. Ого, это кто? Какие большие крабы, сколько их много. Вот оттуда, наверное, идут крабовые палочки. Какие там рыбы. Я понял. Ладно. Итак, Григорий Лепс отправляется с концертом Christmas Island. Christmas Island. Я тоже пойду туда. Там много крабов и очень классные рыбы. Все, я пошел тоже на рыбалку. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля.